7 февраля смотрите новый выпуск игры «Наобум». Наша бомба точно определит, кто из старшеклассников обладает самым большим словарным запасом, а Михаил Морозов выяснит, какие слова используют современные школьники. От ровесников все чаще слышу репост и ретвит. Что они читают и о чем думают. Если на ЕГЭ можно просто нагнать, то есть просто монотонно повторять правила и знать, а в сочинении нужно еще выражать какую-то мысль, позицию, и для многих людей это будет намного сложнее.